Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 941. События дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 14 июля 2018 года. Суббота. Ну, неоконченная работа была. Володя пошел. С ним-то Владимир Юрьевич Галендухин, там трава накошена была, вынести со двора. Проход был, там никто не живет. Ну, а потом что? Позавтракали, я предложил варианты такой, за ягодой сходить. Дети проголосовали, кто рисовать, кто что. Ну, все-таки пошли, хорошо набрали. Ну, по милости Божией, вечером, там где-то ведер, наверное, 5, ведерки там. Сколько они? Литров по 4, может быть. Кому-то разнести. Кто-то немощный, кто-то не может. Щедро так. А дальше что? Баня. Вечерняя. И день закончился. Занимались. Вот открытое письмо новое. Так, мне кажется. Интересно ознакомиться. Сергей Егорович Игнатов. Вот. Считайте. Я буду передвигать, а сами тормозите. Сколько прочитаете, мне считать неудобно. Большое письмо. Много мест писания, каноны. Хорошее письмо. Вот он спрашивает про книги. Я отвечаю, что 10 октября, если вернусь, а тогда можно будет говорить. Ну и вот так. Про одежду вчера тут говорили, как раз. Все.
Сегодня у нас уже воскресенье, по милости Божией. Слава Богу. Деревня наполненная жизнью. Утром каждое утро я лезу на голубятню. Каждое утро. Воды подлить. Корм дать. Деревня. Никто не мешает, Бог милует. Посмотреть, как вывели снова, и утром, как летают голуби, тут гонять не приходится. Там готовят корм, здесь у меня две кошки, собака, Сергей со своими. Поправляемся и начинаем рабочий день. Порядок один, четкий, определенно, каждый знает, что делать. День убывает, сейчас позже будем вставать. Дети. Взрослые всегда одинаково встают, 4:40. А дети с 5 перейдут на 6 часов. Завтра уже в понедельник. Батюшка уехал через воскресенье в городе. В город уехал. Вот так как-то жизнь такая размеренная, спокойная. А что где-то узнаем, там новое оружие готовится, так это уже определенно. Раньше 5% мирного населения погибало во время конфликта, а сейчас 95% из убитых. 5% военные, а 95% мирное население. И этого не избежать никак. Никак, выхода никакого нет. Я сегодня почитал статью, посмотрел, проще. Тут своя война. Ласточки свили в гнездо в предбаннике, там выводили. А сейчас прямо возле котла, внутри бани. И уже не попариться, ничего нельзя, потому что я их прикрываю яйца-то, чтобы не спеклись. Они должны бросить бы их. Нет, видимо, целая жизнь. Уже вечером я пошел там себе кое-что постирать, полотенце да наволочку. А все тяжелое-то тут Галина постирает. Она любит это делать. И ласточка опять сидит. Свили же там гнездо, незаметно. Она баня-то открыта, чтобы просушить ее. Ну и все. Других у нас изменений никаких не было. Никого нигде нет. Ягодный такой сезон. Нынче ягод много очень. Не померзло ничего. Но крупная ягода. Клубника. Клубника. Вот так. Все на этом.